Настоятельно рекомендую пациентам, имеющим уже в своем анамнезе гипертоническую болезнь или ишемическую болезнь, не прекращать прием лекарственных препаратов, то есть не организовывать себе лекарственные каникулы, а продолжать принимать лекарства по назначенной лечащим врачом схеме. В обязательном порядке все лекарственные препараты, которые назначил доктор, иметь при себе. Либо ты поехал на дачу, либо поехали на дачу, либо пошли в магазин. То есть аптечка скорой помощи должна быть всегда в сумке, должна быть при себе.